«Проверь долги, что называется, не отходя от кассы». Такая акция прошла в Ленинске-Кузнецком. Судебные приставы выехали на губернский рынок, чтобы напомнить населению о неоплаченных штрафах и налогах. Сотрудницы службы приглашали продавцов и покупателей к импровизированному офису, чтобы по базе данных проверить свои долги и при желании сразу же их погасить. Периодически мы выезжаем на торговые предприятия, рынки, чтобы люди могли узнать на месте свои долги, потому что некоторые нет возможности подойти в службу судебных приставов. Также свои долги они могут узнать на сайте службы судебных приставов, в базе данных должников. Желающих узнать о своей задолженности оказалось немало. За пару часов приставы проверили более 100 человек. У кого-то выявили задолженность, которую тут же частично должники и погасили. По словам судебных приставов, многие просили проверить по базе данных должников не только себя, но и родственников, супругов, детей и родителей. Чаще всего ленинск-кузнечане оплачивали штрафы ГАИ, налоги, кредиты, задолженность по ЖКХ и алиментам. Судебные приставы настоятельно рекомендуют жителям не дожидаться применения принудительных мер взыскания, а вовремя оплачивать свои долги. Судебные приставы выезжают туда по месту жительства, проверяют имущественное положение. Место работы, если известно, отправляют задолженность туда, удерживают с 50% удержанием заработной платы. Подобные акции приставы будут проводить постоянно в торговых комплексах, на ярмарках и в других многолюдных местах.